Друзья, всем большой привет! Сегодня будет такой коротенький видосик. Тема вообще, для чего нужны частоты. Часто задают вопрос подписчики. И есть, наверное, хорошая новость. Скорее всего, будет хорошая новость для вас, для меня, для всех остальных. Видеоролики теперь будут выходить немножко реже. После Нового года где-то, ну, ориентировочно там 2-3 ролика в неделю, не больше. И формат видеороликов немножко поменяется. Это благодаря нашей Чехословакии, потому что там есть один очень хороший мастер, сервисный центр, который мне в этом плане будет помогать. Вот, поэтому есть тоже огромный плюсик в этом плане. Так вот, касаемо частот, часто возникает вопрос, зачем нужны частоты там от 1 до 600 кГц, когда на Райкусе все хорошо, от 30 до 60 кГц. Ну, вот вам приведу банальный пример. Здесь у нас такая вот надпись. Надпись сделана с заливкой с плотностью 0,04 мм, кросс-хатч, змейка, плюс контуровка будет обязательно у нас. Дальше выбираем формат синего цвета, скорость 2500, мощность 10%, частота, ну давайте сделаем как у Райкуса, 30 кГц, допустим. И не забываем, что на Райкусе ниже 10% с мощностью скинуть, к сожалению, невозможно. Вот, и будем сейчас делать в таком вот формате. Блядь, что такое, а? Сука, блядь, поснимать не дают. Да, блядь, звонки без конца поступают, телефон выключать нельзя, сейчас мне будет человек еще раз набирать 100%, вот, ну давайте сделаем тест гравировки с 30 кГц, вот здесь вот, сейчас как-нибудь зафиксирую все это дело. То есть фокусное мы в принципе поймали, все сделали без проблем, сейчас вот так вот. Нажимаем F2. Ну, в принципе, более или менее терпимо. Более или менее терпимо. Если мы будем, опять же, работать, ну, у нас здесь фактически частотный диапазон на этом станке, скажем так, максимальный Q-пульс равен примерно 40 кГц, то есть там будет 200 наносекунды. Вот. Но, опять же, цвет вот этот у нас был при 40 кГц, вот это сделано при 30, тоже 40. Вот этот цвет был сделан при 20 кГц. Снижаем частоту даже до 15 кГц. Даже такой вариант делаем. Нажимаем F1, пристреливаемся. Где-нибудь вот здесь вот. Где-нибудь в этом диапазоне. То есть в этом месте. И делаем банально два прохода. Первый проход, второй, даже придется здесь 3. Ну, я знаю, что здесь вот этот вариант, он хорошо ловится на 20 кГц, выбеливается очень хорошо. На Райкусе, увы и ах, ну, надо будет несколько проходов сделать, там до 20 проходов получается. Ну, лучше сделать, конечно, в том диапазоне, где лучше все получается, а это было 20 кГц. Давайте так сделаем, как было, не будем выпендриваться. То есть при 20 кГц у нас там Q-пульс, не буду говорить точно в каком диапазоне, но в принципе он более или менее выбеливает все хорошо. Сейчас просто сделаем новую надпись сбоку, два прохода, без особых заморочек. Давайте даже сделаем так вот, вот с этой другой, чуть лево. Под разными углами просто сделаем, чтобы было нам покомфортнее работать. То есть, в принципе, на ABS пластике при использовании разных частотных диапазонов, то есть возможность, когда у вас такая возникает, вот они все три варианта, у вас гораздо будет лучше качество, лучше будет стиль писанины и все остальное. Вот, поэтому здесь для чего нужны частотные диапазоны? Для того, чтобы вы могли работать эффективно по всем материалам, то есть подбирать определенные, опять же, параметры, качество гравировки, заполнение самой заливки и все остальные моменты. Вот, я думаю, самое простое, самое четкое, самое понятное объяснение.